Ну что ж, на славу поспамши можно пойти и пограбить нежить. Это место совершенно не кажется ловушкой. У меня осталась целая бомба. Это на одну бомбу больше, чем ни одной бомбы. Как же я люблю собачек. У ты мой хороший. Очередное место, которое явно не является ловушкой. Да ну что ж такое, ребята. Ну надо же знать меру. Во всем надо знать меру. И человеческая смола. Нет. Почему я все время забываю об этом? Дамы. Воистину о-хо-хо. Узнай. Я вас сюда не звал, барышня. Мне нравится, что ей весело. А теперь мне весело. Круговорот веселья в природе в чистом виде. Высоко сижу, далеко гляжу. Угробляю караваны. Все равно пока что делать нечего. Наденем то, что имеется. Надо выпить. Косточка возврата лишней не бывает. Нет. Да? Серьезно? Я выжил? Мне для разнообразия повезло. Один. 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 Ой, один. Знаете что? Я не буду рисковать. Я не буду рисковать. Нафиг. Товарищи пуристы, извиняйте, я буду пробегать эту локацию так быстро, как только можно, потому что я ее ненавижу. Боги, как я ее ненавижу. Фароново болото и то лучше. Это старая добрая Милдред, которая хочет нас зарепостить до смерти. Нет.
Да ты издеваешься. Нет. Я буду мстить. Никогда больше так не делай. Надо выпить. Нет, до свидания. Всем спасибо, все свободны, мы пообщаемся в следующий раз. Теперь мне придется им мстить. Что он крутой? Ты раздражаешь, правда. Эх, красноглазик. Ну, так себе красноглазик. Теперь надо вернуть души. Хотя сначала можно перетереть с этими ребятами. Привет, Гораций. Что ты думаешь о политике понтифика в отношении налогообложения? Совершенно с тобой согласен. А что ты можешь сказать о системе финансирования и рефинансирования вкладов населения? Я так и думал. Это то, что сейчас у меня будут неприятности. Здорово. Не. Ну почему ты не застагивался, мужик? Скрытничаем, да? Ну давай, погнали. Здорово, чувак. Нет. Вы серьезно, да? Ну, в этот раз фокус удался. Так мы разбираемся с врагами народа. Остался третий. А вот и ты, мой шладенький. Не беси меня.
Мне мха, пожалуйста. Буду жрать мох. Спасибо. Привет, слизнячки! Интересно, призма камень имеет какое-то отношение к призма пушкам? Хуже их нету. Возможно, те, кто хорошо умеют в парировании, с ними вообще не имеют проблем. В общем, да, погас факел. Факел погас, факел загорелся. Привет, привет, чувак. Нет. Как я тебя, зараза, ненавижу. А? Серьезно, да? Ты можешь перестать прыгать на секунду? Вот мы и увиделись снова, впервые и в последний раз. Так, нет. Иди нафиг. Сдохни. Спасибо. Кошмар. Какой-то. Что за люди? Да-да-да, второй светильник погас. Есть люди, которые мне глубоко не симпатичны. И в их число, дорогой товарищ, входишь ты. Мне и был нужен на самом деле. Валим. Возвращаемся. Очереди эпизод следующий. Башня слизняков и секретная лестница. Такая штука. Она полна всяких слизняков. Что-то я делаю явно не так. Ага. Он в ту сторону. Угу. Но я знаю, ты где-то здесь. Ты где-то здесь, тайный ход. Стопэ. Ага. Спасибо, сообщение. Ага.
самый бесполезный прах в игре. И волчий ковенант. Тоже пригодится. Поскольку сейчас мы, скорее всего, умрем. И, возможно, не раз. Хорош. Оброс немного, но хорош. Нет, 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 нет. А, подлый демон, готовься к смерти за то, что ты посмел убить меня, когда я всего лишь пришел убить тебя. Чувак, ты взлетай почаще, что ли. Ну, когда ты взлетаешь, тебя легко и просто бить. Это упрощает мне жизнь. А я не люблю сложности. Спасибо. Теперь можно и вожечься. Иди сюда, иди ко мне. А ну куда? А ну стоять. Стоять, говорю. Спасибо. Вторая по-тихому успела дернуть. Поразительно. Да-да, я про тебя. Нет. Опять ты. Пока он не появился. Грабим это. Тушим это. Я помню, что он должен прийти с этой стороны. Хотя могу ошибаться. А, вот он. Последний
уголек мне потребуется потом, с немалой долей вероятности, поэтому, конечно же, возмездие подождет. Здрасте, стрёмные птицелюды. Опять? Ты опять это сделал. Серьезно. Отлично. Они вообще больные на голову. Ну, с третьего раза точно получится. Наконец-то. Как же меня достали. А теперь открываем отличное место для фарма. И народного любимца в виде мини-босса. Ну как мини-босса? Вот так, по своему ТТХ он круче большинства мини-боссов. О, я забыл про тебя, ящерка. Еще с тобой возиться. Самое смешное, тебе просто надо было не просыпаться, и я бы тебя не тронул.
Ну, титанитовые чешуйки никогда не мешают. Интересно, визжалка-прыгалка проснется или нет? Нет, визжалка-прыгалка не проснулась. Ну ничего, пришло время позорно умереть. Здрасте, товарищ черный рыцарь. Сколько парировать я не умею, ввиду полного отсутствия любой реакции. Я смог его вынести. Зеленый чувак, не пугай меня так, хорошо? Первым делом сделаю попытку самостоятельно их завалить, и если нет, то бессовестно воспользуюсь услугами наемников. Чем я тебе так не симпатичен? И вот вы, ребята, ну вы мутузите друг друга. Ну почему вы просто не прикончите друг дружку и не решите за меня мою проблему? Нет, им надо все время вставать. Вот что бывает, когда людям нечего делать. Мне гаплык. Минуты на минуту встанет второй. Вот и второй. Серьезно, да? Серьезно? Ребят, как вы так время выбираете? Что? Ну, конечно. Где же чертов костерок? А, ну конечно, он здесь, за собакой. Месье Жонеман Шпасис Жур. Ладно, здесь как-то неинтересно.
Пойдем-ка сразу к боссу. Помирать так с музыкой. Здорово. Так, простая часть закончилась, теперь пошла подлая часть. Так, кто из них фиолетовый? Кто из них фиолетовый? Нет, вот тот фиолетовый. Этого следовало ожидать. Снова здравствуйте. А, в этот раз ты научился лучше целиться. Здорово. Отлично, то, что мне нужно. Так, теперь. Первое. Не подворачиваться под их выстрелы. Да, вот примерно таким образом. Вычислить фиолетовый. Ага, вот он фиолетовый. Нефиг. Меня рубать. Наконец-то. Честное слово, достал. На чем бишь я остановился? Ах да, на обезводчерах. Пора уже заканчивать этот вертеп разврата. Чувак, давай призывайся быстрее, эти два нехороших человека уже близко. Все, а теперь погнали. Сейчас приберется второй. Вот он. А вот и третий. Спасибо, третий. Так, теперь с партнером должно быть чуть проще. Что, правда, не означает, что невозможно сдохнуть. Здорово. Вот понимаешь? В этом вся суть радостной кооперации.
смей валить моего напарника. Не смей валить меня. Нет. Я низко поклонюсь тебе, потому что я вовсе не лицемерно уничтожил тебя в честной дуэли. Хотя на самом деле тебя было двое. И еще третий психопат. Ура-ура! Что ты?